Чебоксарах прошел гала-концерт 3-го республиканского фестиваля-конкурса «Жемчужинки Чувашии». Свои таланты продемонстрировали не только школьники, но и воспитанники детских садов. Какие перспективы открываются перед победителями конкурса, узнала наша съемочная группа. Фестиваль-конкурс собирает талантливых детей со всех районов республики, ведь он открывает новые возможности. Финалистов уже не раз приглашал советский и российский деятель культуры Юрий Энтин на собственные фестивали. Благодаря этому жемчужинки из Чувашии уже выступали в Португалии, Соединенных Штатах Америки, Греции и Китае. Часто Юрий Энтин доверяет премьеры своих песен жемчужинкам Чувашии. Сейчас закончился огромный там проект, где Юрий Сергеевич перевел 25 песен 25 стран мира, 25 лучших детских песен на русский язык. И, конечно, он доверил их спеть только девочкам и мальчикам, и ансамблям ИС Чувашии. И сегодня мы увозим ИС Чувашии записанный диск 25 песен стран и народов мира в исполнении жемчужинок Чувашии на слова Юрия Энтина. Свои безграничные возможности решили показать воспитанники детского коррекционного сада «Надежда». В прошлом году они заняли 2-е место, а в этом вышли на новый уровень. В номинации «Вокал» они лучшие из лучших. На конкурсе была представлена авторская песня, игра на народных инструментах и танцы. Нам было сначала очень тяжело заниматься. Мы думали, что у нас ничего не получится. Да. Потом мы приехали, нам было, мы были в шоке, что мы сюда попали. Да. Мы хотим его увидеть. Да, Юрия Энтина. Не по телевизору, а вот, в реале. Гран-при фестиваля конкурса «Жемчужинки Чувашии» достался участникам из Чебоксарского, Козловского и Канашского районов. Именно они отправятся к легенде детской песни Юрию Энтину. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.